Уже 9-й самолет с компонентами российской зенитной системы С-400 приземлился в турецкой провинции Анкара. Об этом сообщает Минобороны Турции. Сколько всего рейсов потребуется, не уточняют, но президент Эрдоган заявил, что процесс поставки может быть завершен в апреле будущего года. Контракт на 2,5 миллиарда долларов заключили в 2017 году, несмотря на возмущение Соединенных Штатов. Белый дом не раз призывал Анкару отказаться от сделки и приобрести американские комплексы «Патриот». И вот теперь из США приходит сообщение о возможных санкциях против Турции за покупку С-400. В Вашингтоне рассматривают пакет ограничений разной степени жесткости.